Куда ты поволок? Куда ты пошел? Да, похоже, делиться он не собирается. От курицы ничего не осталось. Ну, проходи. О боже, скользко.
Привет всем! Вы на канале Реймон. Вы уже догадались, наступили очередные выходные, раз мы с Яшей здесь у землянки. Поэтому пришли, как всегда, провести с пользой время, отдохнуть, сделать что-нибудь. Сегодня у нас отличная погода, светит солнце, небольшой морозик, но очень сильный ветер. В принципе, он не мешает, потому что когда солнце светит, все равно классно. Надеюсь, что когда-нибудь придет весна, потому что зима еще не сдается. Она все еще в своей силе. Но зато дни становятся намного длиннее, намного больше возможностей что-то сделать на улице. И это уже меня радует. Ну а вы, друзья мои, не забывайте подписываться. Я вас всех люблю. Яша, зачем тебе клеенка? Дурачок. Поросюшка. Все еще присыпано снегом небольшим. Сегодня утром тоже шел снег. Здесь на террасе все без изменений. Зайдем в землянку. В землянке тоже никаких изменений. Все, как я уходил, все так и осталось. Люстра висит, радует мой глаз. Thank you.
Вот тебе и солнце. Чем плох сильный ветер, что он может пригнать снежную бурю? Все превратилось в снег, в снежную пургу. Да, хорошо, что мы в землянке. Сейчас разожгу огонь в печке, а потом посмотрю, какая погода, и, возможно, костер на улице. Сегодня я для Яшки принес вот такой необычный перекус. Хочу вам показать, что он не такой уж и безобидный, он прям как собака. Может съесть вот такую вот кость. Это спинка куриная. Такие трубчатые кости отсюда я убрал, оставил только спинку. И вот посмотрите, как он ест. На снегу тут чисто. Поэтому положил ему прямо на снег. Он все равно, он весь пятак в грязи. Яшка наш любит в земле ковыряться. Для него это не микробы. А мяско вот ему нравится. Посмотрим сейчас, как он быстро расправится с этой косточкой, с этой куриной спинкой. Вот во что превратилась погода опять. Просто сумасшедшая. Надеюсь, что землянка нас спасет. Яшке нипочем.
Погода, главное мясо. Интересно, он мне даст ее или нет? Яша, дашь мне? Все, никому не даст. Побежал. Куда он понес? Прятаться от всех. Так. Яша, куда ты поволок? Куда ты пошел? Да, похоже, делиться он не собирается. Зря я его отвлек от поедания. Ну ничего, сейчас съест и придет. Да, снежная метель. Вот так, ветер, то солнце, то снежная метель, то солнце, то снежная метель. Похоже, от курицы ничего не осталось. А нет, еще что-то есть. Все, съел. Уговорил курочку. Вкусная была курица. Вепрь расправился с мясом.
Яшка, тебя присыпало. Вот это мы попали с Яшкой. На улицу не выйти. Землянка нас спасает, да, Яш? Залез мне под ногу, греется. Это в лесу. Представляете, что на ровной поверхности, где-нибудь в поле, что творится? Да.
Пора кормить Яшу, да, Яша? Пора, пора покормить. Добавлю ему хлебушка в кашу. Курочку съел, а теперь кашку, да? Сейчас тебе дам кашку. Дам кашки Яше. Земляночки тепло и уютно. Печечка горит. Ох, как хорошо. Фух, на улице холодно. Буду готовить себе уже ужин и обед. Яшки капусточки тоже. Так. Пока это все сюда слаживаем. Нарезаем как можно мельче. Можно это засыпать вот сюда прямо.
Тарелки у меня нету, я забыл, как всегда, чего-нибудь забуду. Поэтому делаю вот так вот. Ну, думаю, что хуже от этого оно не станет. Фарш. Вот так вот с капустой и луком перемешиваю. Делаю вот такие котлетки. Так, есть у меня еще два яйца. Что я делаю? Вбиваю их вот сюда. В походных условиях, конечно, все оно немножечко не так получается, но я думаю, сильно хуже не будет. Сейчас маленько посолю. Теперь котлеты вложу вот сюда. Голубцы такие. Необычные. Приправкой приправим. Ну а сейчас самое важное, это сметанка. Обильно полили. И чесночок сверху. Обязательно чеснок. Иначе будет не так вкусно. Можно было сделать просто соус такой. Сметана, чеснок, какой-нибудь кетчуп. Или зелень какая-нибудь. Петрушка там, укропчик. Было бы тоже очень вкусно. Но у меня вот так. Что ж, приятного аппетита, друзья мои. Все, кто со мной собрался сейчас покушать. Надеюсь, что это очень вкусно. Вот так вот получилось. И для Яшки осталась капуста. Яша, у меня голубцы, а у тебя капуста. Держи. Приятного аппетита. Яшеньке тоже очень вкусно. Да, Яша?
На улице жуткая погода, ветер, метель, холодно. А мы здесь с Яшей в тепле, сытые, обогретые. Да, Яш? Здорово, когда есть где укрыться. На этом, друзья мои, я хочу с вами попрощаться. На улицу выходить уже не хочется, потому что там такой ад, просто снег, метель. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Яша, хрюкни. Яша, хрюкни. Не хрюкается именно.